прессу, попросили удалиться. Суд на 23-летней Марии Матузной, которую, напомним, обвиняют в экстремизме за картинки мемы, размещенные в интернете, сегодня продолжился в закрытом режиме. Дело в том, что свидетельницы обвинения, которые должны были присутствовать на заседании в индустриальном суде, попросили допросить их именно в таком режиме. Ходатайство от двух девушек представил прокурор. Свое желание общаться в отсутствии журналистов, свидетельницы, на заявлении которых во многом основано обвинительное заключение, объяснили угрозами, поступающими от Матузной. Также без прессы будет допрошен сотрудник полиции, участвовавший в следствии. Подробности заседания расскажем в следующем выпуске наших новостей.